серия. Вот пятая серия маршрута Москва-Мурманск. Движение в сторону Мурманска. Федеральная трасса Кола Р-21. Радар детектор. Сделал, конечно, только раздражает. Так, смотрю на карту. Пока ничего примечательного не вижу, на что бы обратить внимание. Вообще, я считаю, что очень важно иметь представление, ориентацию, где находишься в данный момент. У меня был первое время были случаи, когда на 7-й, 9-й, 10-й день вдруг начинаешь как бы осознавать, где ты находишься, куда едешь, зачем вот. Настолько теряешься во времени и в пространстве. Наверное, надо уменьшить громкость, и пусть постоянно включен будет. Но это на остановке, наверное, сделаем. Это я про радар-детектор. Смотрю, что есть примечательное. Радар-детекторы, у них хорошая функция дополнительная есть. Кроме того, что реагируют на все излучения, там есть стрелка, которая показывает, откуда это излучение исходит. Так, впереди поворот. Это, наверное, камера. Но она по всей вероятности отключена, потому что радар-детектор никак не отреагировал на это. Впереди поворот на город Кемь. Помните фильм? Но периодично сигналы не меняются, значит, это не камера. Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда этот импортный посол просил, чтобы ему передали Кемскую волость? Мужик идет, набрал грибов. Наверное. Вот опять дорожка. Вот сейчас приближаемся к границе. Нет, что не говори о водителях вот в Карелии. Да и, наверное, по всей России, посмотрим, заботятся. Приближаемся к границе Кемской области. Для дорожников, конечно, нареканий еще много, это и по дорогам местного значения. Но там, по всей вероятности, нужно финансирование. Потому что территория России громаднейшая. Большая. Приближаемся к границе. Триллионы и триллионы рублей, чтобы к каждой деревне, к каждому поселку провести хорошие дороги. Кемская граница. Да ё-моё. В сельской местности народ туда потянется. И деревни оживут, и поселки заброшенные. Я бы с удовольствием жил где-нибудь в глубинке. Будь там
хороший подъезд, хорошие дороги. На федеральные трассы, трассы регионального значения, процентов на 95, наверное, в хорошем отличном состоянии. Приближаемся к границе Кемского района и Беломорского района. Кемский и Беломорский район. Небо уже в голубых проплешинах. Видеорегистратор уверенно держит 12 спутников. Связь установлена с 12 спутниками. Да, раздражает здорово пиканье этого радар-детектора. Напомню, трасса Р-21, Кола, движение в сторону Мурманска. Потом подумал, а если поймаю рыбу, куда ее девать? Отпускать назад? Ну, она погибнет, потому что рот будет раненый. Крючко. Что это такое? Почитайте сами, если захотите. Кола 21. Вот откуда эти излучения? Ни столбов, ничего рядом больше нет. Но повторю, что это напрягает, это излучение облучают водителей. И ничего сделать сейчас нельзя с этим радар-детектором, блин. Так, приближаемся к небольшой речке. Называется Олонга. Олонга. Ну, это... не широкая, к сожалению, иначе бы развлекал вас своим пением. Пивон. Вот гармошка. Вот эти вещи очень удобные и хорошие, которые быстро приводят в чувство водителя, который задремал в темное время, например, во время движения. Правый поворот, обгон запрещен. За мной далеко фура едет.
заворачиваю, я иду 85, она 90. Разрешенная скорость 90, так, ограничение 70. Яндекс.Навигатор отреагирует на это, нет? Да, отреагировал. Показывает ограничение 70. Ну вот метров через 500-600. Вероятности. Очень важное предупреждение о движении зимой. Мост через реку. Ну что, спуск? Улонга. Спуска. Вот он. Так, дальше впереди. Безымянные ручьи. Ну, не очень далеко поворот на город Кемь. Как это говорил, Кемьская волость. Иван Васильевич меняет профессию. Вот скоро будем проезжать поворот на этот город. Да, при движении в автомобиле не обращаешь внимания на пиканье радар-детектора, потому что общий шум в кабине, он как бы на второй план отводит вот этот посторонний. Так, небо проясняется, как видно. Дождь практически прекратился. Редкие капли падают еще. Это Карелия, федеральная трасса Кола Р-21, движение в сторону Мурманска. Ну, вернее, ближайшая знаковая точка, к которой я испытываю особое чувство, это граница полярного круга. Сейчас солнце начнет в лицо, наверное. Вот две крайности. Солнце в лицо, когда ничего не видно практически, и слишком пасмурная погода, осадки. Вот две крайности. Так, приближаемся к границе Кемьского района и Беломорского районов. Так, меня догнала фура, догнал дальнобойщик. Вот для больших грузов очень важно, чтобы автомобиль шел с постоянной скоростью. Тогда он планирует. Топливозаправщик. Тогда он планирует свою скорость и место, чтобы обойти. Ну, есть такие водители, которые видят, что приближается или идет на обгон кто-то из водителей, начинают тоже ускоряться и не дают обогнать. Ну, это, конечно, неправильно. Так делать нельзя. Ребята, ну, едете по трассе Кола, но не делайте надписи свои пошлые на камнях.
Да, это беда. Кстати, пересекаем границу Кемского и Беломорского районов. И вот в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» новоиспеченный царь хотел отдать Кемскую волость шведскому, по-моему, там королю или не знаю кому. Вот это место хотел просто так подарить. Ну, это я... опираясь на факты из фильма. Было ли так на самом деле, я не знаю. Так, приближаемся к реке Кеме, одноименный город по названию реки Кеме. Недалеко от дороги аэропорт под Ужимье. Ну, радар-детектор достал меня основательно. Можно было бы поудалять эти вот его пиканье, но на диаграмме звуковой дорожки найти это невероятно сложно. Это на одну серию нужно будет потратить не один день. Сейчас правый поворот, потом левый поворот, ну и там уже будет река Кемь. За рекой Кемь будет правый поворот на дорогу 86К-41, которая ведет... Вот за три дня пути... Заметил одну особенность интересную на разных... Третий день пути, когда один раз только сработал радар-детектор на излучение радара. От
Осталось 4 километра до реки Кемь. Будет мост через нее. Это для того, чтобы вы могли ориентироваться в пространстве, где находимся, потому что, не имея такой привязки к карте, ну, я не думаю, что интересно будет смотреть. Слева и справа болотистая местность, ограждения стоят, отбойники. С 1 сентября новые дорожные правила, что там добавили насчет фото-видеофиксации. Ну вот, мост через реку Кемь. Видим, электростанция стоит, подстанция. Вот река Кемь. И вот развязка, правый поворот за рекой. Это в город Кемь. Вот и указатель такой стоит. Нет, не буду останавливаться. Кемьский волость. Кемьский волость. Хреново, не Кемьский волость. Вот это развязка на город Кемь. Так, ну а дальше у нас... Точка, к которой привязаться можно будет, это поворот, левый поворот на дорогу 86К-3. Что там, куда она ведет, сейчас постараюсь посмотреть, сказать. Ну, первый населенный пункт Авнепорог. Ну вот, заправка и место для отдыха, привала вполне достаточно. Ну а далее за Авнепорогом Кривой Порог называется населенный пункт. Отслеживаю расход бензина на 100 километров. Был день, сейчас не помню какой, когда расход бензина упал до 4,1 литра на 100 километров. А так стабильно 5 литров, 4,9, 5, 5,1, если нет серпантина, если нет подъемов, спусков на, прямолинейном ровном участке, расход на что такое? Как можно раньше, а тогда, когда организм сам проснулся и говорит, хватит валяться, господин, вас ждут великие дела.
просто встав пораньше, в надежде больше проехать, наступит момент, когда организм скажет: «Дружище, я устал, я не добрал, я не доспал, я не допил». Что-то я разболтался, разговорился. Погоняет меня старый хрыч. Это «Жигуленок» сейчас обгонит. Ну вот через два. Пошел на обгон. Ой-ой-ой, как мне жить дальше с таким позором. Приглашает поиграть в обгонялки. У меня другая задача, у меня другой интерес. Снять видео в хорошем качестве. Нет, мой бой, не провоцируй. Ну вот он поворот, о котором я говорил. Дорога 86К-3. Колевала. Колевала. Это точно финский язык. Вот, кстати, эта дорога, она идет почти вплотную с рекой Кими. Ее, наверное, правильно назвать стиральная доска. Были другие скорости, были другие дороги, все было другое. Постепенно скорость увеличилась, дороги улучшились, лучше стали, скоростной режим повысился. Но это промежуточный этап, что будет дальше? Интересно пофантазировать, помечтать. Вот такой огромный ресурс, как дороги, и
здесь мы еще выполняли функцию не только как место, по которому можно проехать. Может быть, сделают покрытие, проезжая, по которому будет вырабатываться, например, электроэнергия. Автомобиль будет подзаряжаться. Интересная мысль, да? Сделай дороги, двигаясь по которым ты будешь, не нужны будут заправки, но да, будешь ехать. Получая энергию от дороги. Вот насколько хватает глаз, я на карте не вижу. Фракция полотна грубая, поэтому вырос шум. К чему бы привязаться? Далеко впереди, с правой стороны, вдоль дороги будет идти река Летняя. Много припаркованных автомобилей, ну, по всей вероятности, или грибы собирают, или ягоды. Много каменных озерков вдоль дороги. Слева, справа проезжаешь, видно каменные берега. Это вода. Сейчас вспомнилась трасса Колыма, там отвесные скалы вертикальные, по несколько сот метров вертикальные скалы. И видно, как из скал просачивается вода. Такое ощущение, что, или впечатление, что скалы плачут. Так четко и ясно видно, но это уже ближе, наверное, недели через две движения. Интенсивность движения, сами наблюдаете, низкая. Поднял скорость круиз-контроля до 90. На спидометре 91. На видеорегистраторе 86. 87 на навигаторе. Ну вот сейчас видно, растительность уступает растительности в центральном регионе. Уже деревья не такие высокие. Осень еще не пришла сюда. Все еще зеленое пока. Трава зеленая. Но уже по деревьям ощущается, что лето прошло.
два мотоциклиста. Кстати, с ними, наверное, встретимся у полярного круга. С левой стороны отбойники на дороге, потому что за обочиной заболоченное место. Догнали. Удачи, ребята. Путешественники. Берегите себя. Тяжело на мотоцикле ездить на дальние расстояния. Ну что, и тут они 95, наверное, отстойник. Тяжело, особенно когда идет дождь. Да и ночью тоже движение не очень комфортное. Встречные автомобили слепят, ослепляют. На навигаторе 87, а на регистраторе 86, 85, на спидометре 90. Так, сюда второй бьется, считаю. С правой стороны примерно в полутора километрах тянется русло реки Летняя. Но вот огромные участки пути, не к чему практически больше привязаться. Населенных пунктов очень мало, по крайней мере, у трассы. Напомню, что когда-то здесь были горы, скалы, но постепенно разрушились. Напоминаю, Карелия, трасса Кола, Р-21. Ну, впереди через несколько километров будет мост через реку Летняя. Вот и все, что я пока могу определенно сказать. Далеко впереди, с левой стороны, вижу три озера, называются Рудометово, Виксозеро и Глубокое. Это с левой стороны, с правой стороны, не очень большое, но написано Большое Рогозеро, Рогоозеро. Прошло 2 часа 57 минут, минус полчаса
2 часа. 2 с небольшим. Это я веду борьбу с вандалами, кто расписывает скалы, камни такими-то именами. Ну вот небо уже более-менее прояснилось. Так, кто-то идет на обгон. Освободил. Скудная растительность. Обратили внимание, как меняется пейзаж в сравнении до Мурманска с позавчерашним? 540 километров, что ли? Чахленькие. Вот мачта связи. Ведется видеонаблюдение за дорогой, камеры стоят, по всей вероятности, на скорость. То есть дорога под наблюдением, под контролем. Осень пока сюда еще не пришла, но уже, наверное, есть первое дыхание. Это они такие яркие краски и травы, и деревьев. Далеко ни справа, ни слева никаких населенных пунктов не вижу. Ну вот река Летняя, проезжаем мост. И река Летняя ушла резко влево. Заметно изменяется растительность, имею в виду деревья, кустарники.
вчера посмотрел несколько фрагментов. Капот засвечивается. На нервы, наверное, будет действовать. При просмотре видео. Ну тут ничего не сделаешь, тут. Поэтому. Или камеру опускать, чтобы дорогу снимала. Или немного опускать вниз, чтобы больше было, больше захватывало дорожного полотна. Ну тогда капот вылазит. Есть настройка, где небо будет поменьше. На видео такое широкое, что края как эффект рыбьего глаза. Поэтому я от такого формата отказался. Совсем низкие деревья, корейские сосны, что ли, как их назвать еще. Они тоже не успевают высоко вырасти, видно, местами сохнут невысокого роста, небольшой высоты, деревья уже сохнут. Ну, мое убеждение, что это скальный грунт, корни доходят до скалы, до камней и прекращают рост, дерево погибает. Ну, может, скальный грунт, а может быть и вечная мерзлота. Я так думаю. Может быть, заболоченность, потому что это край озер и рек. Может быть, доходят до этого, до болота, ну не знаю, наверное, маловероятно, пусть специалисты вынесут вердикт. Очень много чахлых деревьев высокого роста. Кстати, очень много рощиц березовых в основном, которые полностью высохли. Это будет хорошо видно на тех кадрах, когда начну размещать видео из бокового окна. На огромной территории просто если погибших деревьев. Был бы камыш, наверное. Все-таки я склоняюсь к скальной породе, к скальному основанию. Ну там сколько на глубине, может быть, 2-3 метра, 2. Столько всего непознанного, необъяснимого. Для ориентировки опять скажу. Вот интересный. Это Карелия. Факт, это синий камень. Трасса Р-21 Кола. Постепенно приближаемся к границе полярного круга. Город называется Переславль-Залесский. Много об этом камне легенд.
Но такой камень не один. Таких камней много. Кстати, я предпочитаю называть такие феномены, вот такие вот, не камень, а кристалл. Может быть, там хранится какая-то информация в этих кристаллах. Со временем, может быть, люди начнут расшифровывать, понимать. Тогда начну размещать видео из боковой камеры, но это будет, наверное, уже на Колыме. Эти скалы, я... Буду предлагать остановить кадры и присмотреться. Парковка, паркинг, вода, родник, наверное. Надо будет как-нибудь заехать от такую стоянку и посмотреть, что это такое. Я, кстати, заезжал. За вода. Но употреблять пищу, наверное, не буду. Кстати, в Бурятии я заезжал к этим, к источникам, но об этом будет отдельный разговор. Минеральная вода, замечательная. Что это такое? Стоянка. Там стоят... Очень много названий по России, таких рек, ручьев, озер с названием «Черный». Один раз только я где-то встретил на востоке, по-моему. Ладно, ближе к источникам буду говорить, сейчас уже не буду пока. Потому что этот диктор в автомобиле достал белое. Уже. Белая река. Только начнешь говорить, и он начинает там болтать что-то. Сейчас я его обойду. На графике видно, скорость вырастет до 103 километров. Это в момент обгона. Ну и второго заодно, за компанию, чтобы не прикрывали, не закрывали панораму. Вот обратите внимание, сейчас полотно, ну, такое серое. С левой стороны более темные, но в разных регионах России цвет асфальта будет меняться на бледно-зеленый, на розовый, ну вот другие оттенки. Thank you.
Так, пока он молчит, значит, два слова о родниках. Вот об этих дорожных знаках с изображением водопроводного крана. Я неоднократно потом заезжал к этим родникам. Там стоят специальные домики, в которых сидит человек и при помощи шланга набирает в ваши бутылки, в ваши емкости или предлагает свои. Там стоят пустые бутылки пластиковые. Стоимость, по-моему, литра минеральной воды, по-моему, 10 рублей литр. Вот так вот, я эту воду брал, употреблял в пищу, то есть пил ее и кофе из нее делал. И вы знаете, чувство изжоги, изжога пропала. Я набирал там по много, литров по 10, наверное. До Мурманска 500 километров. До места предполагаемого ночлега 495. Левая сторона, видите, желтая, правая зеленая. Ну, с левой стороны болотистое место. Пройдено примерно. И вот погибшие березки, наверное, видите тоже с левой стороны. Немного уменьшила яркость. Мне показалась картинка слишком блеклой. Вот это очень полезная функция на видеорегистраторе, когда можно визуально оценить экспозицию. На датакаме такого, к сожалению, нет. Там нужно заранее предустанавливать. Или заранее устанавливать, или автоматический режим включать. Лучше всего автоматический режим. Так, 25-я серия подходит к концу. Ищите радиостанцию, что ли? Если будут по пути стоянки, где продают электронику, можно будет, наверное, заменить антенну. Ну все, до следующей серии. Ну, здесь на трассе Клова радиообмена. Мало общается.